Костёк! Всем привет! С вами группа G-Hard. И сегодня мы отправляемся в Санкт-Петербург для того, чтобы сыграть там мощнейший концерт. На 40 минут. На 40 минут. 12 часов дороги ради 40 минут. Два человека. Один автобус. Один аэропорт. Один Санкт-Петербург. 40 минут. Вообще-то 4 человека. Ты чего, хуё, блядь? А Санкт-Петербург, сука, один. Давай по новой, Миша, всё хуйня. Я впервые в жизни в самолете нахожусь. Когда мы начнем взлетать, я не знаю, что со мной будет, как я на это отреагирую. Возможно, я сойду с ума или умру, или обосрусь, или обоссусь, не знаю. И как обычно орут дети. Блять, от кого-то воняет нахуй. Как тебе полет? Полет как полет. Взлетели, пролетели, сели. Все именно в этом порядке. Мы из Кукурумыча в Пупул. Короче, мы в Питере. Мы сейчас погружаемся в метро и херачим вплоть до хостела, где мы приземлим свои жопы. А это Питер. Добрый вечер. Я диспетчер. Посмотри, бинокль. Прекрасно. А ты очки брал. Зачем очки брал, если можно было купить бинокль у женщины? Здравствуйте, мы заселились в хостел Стров-Баридук. Привет! Мы пока только вдвоем, остальные приедут завтра. Вот, будет повеселее. А может и нет. Короче, так выглядит наш номер четырехместный. Я вот наверху нахожусь. Четырехзвездочный? Четырехзвездный. А, нет, у нас трехзвездочный номер. Оба. Слышь, у меня тут шутка, блядь. У нас трехзвездочный номер, потому что здесь живешь ты, я и Костян! Три звезды. Да, три звезды в номере. Первое, что я заметил после того, как сюда зашел, вот в это вот помещение, здесь пахнет, как в казарме. Вот я когда в армии служил, нормально, отжимался 20 раз. И запах там такой же был. Всем доброе утро. Мы по-прежнему в Питере, наступило утро следующего дня. Мы тут покушали, умылись, все дела сделали. Я лезу к себе на второй ярус, чтобы посмотреть, сколько там время вообще. Время у меня самарское, поэтому 11:05, в Питере сейчас 10. В общем, наверное, сейчас пойдем прогуляемся по Питеру. Сегодня приезжают Костян, Игорь, Катя, и мы должны будем их встретить. Либо нет, я не знаю, может быть, сами доедут. Так что, короче, доброе утро. Пройдемся по Питеру, посмотрим, что тут вообще есть. Короче, в 6:50 пришло сообщение от службы поддержки СДЭКа. В общем, инструменты еще даже не покинули Самару, по их данным. Хотя они троичатся, как будто бы они в пути, но в Питере их точно нет. Завтра концерт, инструменты хуй пойми где. Скорее всего, их даже еще не забрали со склада в Самаре. То есть это какой-то трэш. Ищем инструменты здесь. Да, вот мы сейчас прям идем по улице и ищем инструмент. О, смотри, смотри, гитара! Смотри, инструмент бежит, бежит, за угол забежал инструмент. Ой, да, на самом деле все очень весело и прикольно. Но на самом деле как-то... На самом деле нет. А так вообще прикольно, идем гуляем по Санкт-Петербург. Вот здесь красиво. Пам-па-ба. Я знаю, что его ждет, а он не знает. Вообще. Тоби пизда. Меня ждет бесконечный подъем по винтовой лестнице. 2000 years later. Опа! И снова здравствуйте, дорогие друзья. Мы находимся в питерской столовой. Компотик.
Чаёчек. Там Дворцовая площадь. Чаёчек. Вон там Дворцовая площадь. И мы с неё пришли. А сейчас мы кушаем столовую в Питере. Просто муа, красота. Привет. Что мы делаем здесь? Костян. Костян. Костян, 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 Костян. Короче, Костян, ждем его. Костян на панике, а мы около Балтийского вокзала ждем Костяна. Потому что мы не паникуем. Инструменты срастили. Инструменты срастили. Тут, кстати, будет реклама гитарного магазина, который подогнал нам гитару. Пам-па-па-пам. Тын. Ты-дын, тын-тын, ты-дын. Все, реклама произошла. Спасибо магазину. Как называется магазин? Не помню. Ты мне сегодня говоришь. Короче, вы только что видели на своих экранах название магазина. Спасибо за предоставленные инструменты. Один. Один инструмент. Костян! Костян! Что говорит Костян? Он трубку бросил. Я крикнул ему Костян, он испугался, что он Костян. Он еще из метро, короче, не вышел, но уже позвонил, чтобы не потеряться. А мало ли, он выходит из метро, а здесь Иркутск. Невозможно. В Иркутске нет метро. А в Казани может быть, но там станция одна. Ну да. Одна станция, то есть ты приходишь на станцию, садишься на поезд, он стоит 2 минуты, и ты выходишь и идешь, блядь, на улицу обратно. Ты забыл, ты перед этим денег платишь. Еще денег платить. Поезд просто стоит, а там за стеклом, короче, проносятся вот такие вот, типа, блядь, эти самые... Деревья там всякие, блядь. А, хотя какие деревья? Это ж метро, блядь. Это где метро деревья? Так, где Костян? Он, наверное, стоит и думает, в какую из этих дверей выходить. Так, кто-то звонит. Наверное, это Костян. Мне кажется, это Костян. 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 Костян! Да, Костян? Ну выходи, блядь, на улицу из автовокзала, значит. Ну давай, выходи на площадь выходи. Ага, все, мы тебя видим. Костян! Привет. Здорово. Товарищи, товарищи джихардовцы с полным, так сказать, ну почти в полном сборе, вот. Осталось только кричать Костян. Костян! Короче, доброе утро. Здрастите. А кто это у нас тут? Чурочек. Группа Джихард. В почти полном составе, как православный вчера. Православный храм. Православный храм. Сегодня выступаем в Питере. Да. Сегодня вечером выступаем. Сегодня уже концерт. 9 часов вечера. Херанем. О, ёб твою маковку, блядь. Чё, пацаны, все живы? Да. Никого не сбили, не задавили. Да. Костян. Еще ближе. Костян! Еще ближе себе, так лучше. Ладно, смехуечки до пиздахахоньки. Прекращаем. Мы серьезные дела делаем на самом деле здесь, в Питере. Идем за шнурочком. Идем за шнурочком, идем, бля. Молиться. Красиво, пиздец. Короче, коротко о ценах в Питере. Вот такой вот переходник с маленького джека на большой стоит 200 рублей. Чтобы вы понимали, я покупал такой у себя в городе за 15 рублей. Что ты об этом думаешь? Я в ахуе. А ты что об этом думаешь? Фак корону? Ценность и цена – это разные вещи. Ауф. Позже зайдем. Собственно, мы сейчас находимся в магазине Guitar Collectors, который любезно нам согласился предоставить гитару для сегодняшнего выступления.
нашему гитаристу, который сейчас сидит, играет в соседней комнате. Ну, а мы здесь осматриваемся. Очень ламповое, интересное место. Так что, кто в Питере находится, забегайте сюда. Адрес будет где-нибудь тут. Вот тут, вот тут, вот тут. Все. Вить, вы что делаете? Мы работаем, мальчик. Ты что доебался? Чё? А я думал, вы плейбеки готовите. Мы плейбеки готовим к сегодняшнему концерту, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, в клубе The Place. Приходи. Но видос ты смонтируешь где-то через месяц. Может быть, через два. Здравствуйте. Йоу. Здравствуйте. Привет. Мы находимся в клубе The Place. И сегодня мы здесь играем. Здесь, на этом. На басисте. Басист. Что-то тут пилит, хуй пойми что. Так, Витя, срочно сюда идем. Срочно сюда, быстрее, без... Что, я здесь? И вот это вот все замутировано, это нормально все? Да, нам нужно, чтобы звучало только то, что я вынес в отдельную папочку. Это где? А это выше... А, вот, бэк-1, бэк-2, бэк-2, бэк-3. Вот они должны точно звучать. Все остальное можно нахер убирать. Костя, рассказывай. Ничего не предвещал беды, но в какой-то момент все пошло по пизде. Ладно, вот такая вот гример-очка здесь. На 4 или на 5 групп. Кирилл, а тебе чай-то налил? Вот он. Спасибо, солнышко. Да не за что, обращайся. Пришла беда, откуда не ждали. У нас не завелась автоматизация с делеями и реверами. Я не знаю почему, но вот так вот. Завалило снегом. Да. Все, мы приехали обратно в хостел. Всем привет! На связи снова группа Джихард. И это последний наш день в Санкт-Петербурге. Я кушаю хлебушек. Вот, вчера был концерт. Все отыграли, все нормально. Сегодня вот нас зашли в столовушку. Я тут немного поел. Пацаны, при вас. Пьют. А винегрет с водкой. Нет, это вот так надо. Винегрет на вкус такой, будто бы в него реально налили водяры. Поэтому есть я его не стал. Короче, пацаны, что скажете? Для влога, для истории, для потомков. Сегодня ты играешь фьюжн, а завтра никому не нужен. Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. Хуйня сказал. Как обычно.
В общем-то. Ваша гараж. Сегодня ты играешь в рок, а завтра ты играешь в рот. Сегодня ешь ты винегрет, а завтра ты читаешь рэп. Ah!